Друзья, доброе утро. Вот такой вот солнечный, красивый натюрморт получился у меня на столике на балконе, на лоджии. Я хочу начать снимать небольшой летний вязальный влог выходного дня. Даже можно сказать рукодельный, потому что хочется немножко пошить, но совсем чуть-чуть, совсем вот чуть-чуть. В основном буду вязать и поснимать вам процессы, которые сейчас у меня в работе. Так вот провести, используя время. Присяду за свой стол. Очень красиво мне нравится, как солнышко играет с тенью растений. У меня здесь небольшой мой садик. Вот здесь вот стоит на полу гордыня. Она раньше у меня стояла на столе, и места не было вообще. Но вы видите, что куст огромный. Я его пересадила в напольное кашпо. Рядом тут у меня мой вечный охранник. Поэтому, если зацокает, не удивляйтесь. На столе у меня три предмета для разговора. Начнем с самого красивого, с необычного. Вот такая вот салфеточка. Ее вязала моя мама. Я выпросила у нее, успела, чтобы она мне связала вот каких-нибудь таких миленьких салфеточек. И вот, вот эта вот розовая одна из них. Вот я ее, конечно, очень сильно берегу и достаю для красивого кадра. Вы не думайте, у меня так, я так не пью чай, у меня для этого есть подставки, которые мне не жалко. Просто тут вот такая красота, чтобы побыла она в кадре. Потому что я знаю, что очень многие любят вязание крючком. Я так вязать не умею. Я думаю, конечно, можно научиться, но я пока предпочитаю вязание спицами и создание именно одежды, а не предметов интерьера. Но вот эти вот такие вот вещи и в цвете, и в размере, в разном, мне кажется, в доме очень мило смотрятся. И по выходным, ну как себя не порадовать вот такой вот красотой. Схемки нет, ну у меня нет, я не могу, к сожалению, с вами поделиться. Просто делюсь вот такой вот красивой картинкой, очень красиво. Вторая тема, которая у меня тут лежит, я продолжаю мучить своего ребенка акварелями по моим работам. Вот этот вот зеленый свитер, который у меня закончен уже и ждет презентации. На этой акварели показаны основные такие вехи в работе над свитером. Здесь все очень-очень просто, но казалось бы, такая простая вещь, и на самом деле столько всяких приемов. Иногда начинаешь, когда думать о том, что ты, ну, все просто делаешь, и ничего тут такого. А когда оглядываешься назад и проводишь для себя какую-то ретроспективу, что именно ты делаешь, какими техниками пользуешься, то, ну, набирается прилично, и есть о чем поговорить, поэтому, ну, это, с этой карточкой, с этой картинкой мы с вами еще встретимся. Вот, но пока у меня вот такая вот коллекция, очень миленькая, набирается. Ну и что же у меня здесь на столике? На столике у меня новый процесс. Если вы подписаны на мой канал Яндекс.Дзен, я сейчас говорю не в целях саморекламы, а в целях информационных. У меня там, ну, Яндекс.Дзен дает возможность публиковать не только видео, но и статьи. И вот у меня вышла целая серия статей про серый цвет. Как с ним работать, на что обращать внимание, какие у серого цвета есть нюансы. Ну и думаю, что же быть голословным, надо подтвердить теорию практикой. И решила, что я все-таки добью тему вот с этой своей бобинкой, которую я не могу уже пристроить несколько лет ни под что, и свяжу себе трендовый жилет. По трендовым жилетам у нас будет тоже отдельная тема. Я сделаю подборочку из последних коллекций, посмотрим, какие темы
в жилетах сейчас актуальны. Ну, на самом деле, жилет – это такая штука, которую, в принципе, можно вязать, не задумываясь о трендах. Вот здесь вот у меня спинка, точнее, половина спинки. Не буду пока раскрывать все секреты. Возможно, попозже покажу дизайн. Ну, очень, очень простой. Единственное, что я хочу сделать, это сделать швы наружу и сделать шов посередине спинки. Поэтому я вяжу спинку, половинку только спинки, потом будет симметрично вторая, и вот здесь снаружи будет проходить шов. Значит, низ жилета у меня тоже интересно пока устроен. Здесь давайте вот сверху лучше на него смотреть. Ровный нижний срез, а бок идет под углом. То есть вот здесь у меня идут прибавки, и вот здесь на образце, который уже постиран, хорошо видно, когда это все выравнивается, как будет выглядеть боковой вот этот вот разрез. Вот такая история. Вот так вот выглядит полотно до ВТО. Вот так после ВТО более-менее все раскрывается. Вот эти простые совершенно косы видны. Вот они. И, в общем, вяжу потихоньку, никуда не торопясь, в свое удовольствие, да, и торопиться у меня не очень получается. Сегодня суббота, середина дня, я потихоньку буду выкраивать выходные время на то, чтобы заняться своим творчеством, повязать. Буду потихонечку готовить краткое описание вот для этого свитера, тоже выйдет на Яндекс.Дзен, там просто удобно публиковать статьи. Это и видео, и блог, и блог в старом понимании этого слова с печатными материалами, там можно размещать схемы, это правда очень удобно. Друзья, вот такие у меня дела. Сейчас я буду вязать, пить чай. Чай у меня с манго и еще с какой-то штукой, я не помню, зеленый такой приятный. Вот. Ладно, такие дела. Небольшая рубрика «Что читаю?». К счастью, вы меня всегда спрашиваете. Интерес к книгам всегда очень приятен, и я рада, что у меня получается выделять хоть немного времени на чтение. Эту книгу я уже миллион раз показывала. Булгаков, «Мастер и Маргарита». Почему показываю еще раз? Просто хочу для себя зафиксировать этот факт. Ее прочитала моя дочка, сейчас эту книгу, уже зачитанную до дыр, вот в буквальном смысле слова, читала три поколения женщин нашей семьи, это очень классно. У меня есть новая книга на замену, но читаю мы все равно вот эту вот нашу любимую. Следующая книга, которая у меня на полке, это вот этот небольшой сборник статей про моду в кино, влияние кино на моду и моду на кино. Интересно, читаю совсем по чуть-чуть, не спеша, чтобы отражать в себе какие-то важные факты. Если вы читаете телеграм-канал этого автора, то там все это есть, не обязательно покупать книгу, но книга приятная. Здесь много иллюстраций, очень много отсылок. Сначала я хотела делать закладки на тех фильмах и книгах, которые надо посмотреть, но потом поняла, что это бесполезно, тут надо все подряд открывать любую страницу и смотреть. Ну и третья книга, начала наконец-то я читать второй том саги о кораблях от Робин Хоп. Ой, такая вот толстенькая, прекрасная книга. Ну, я вот буквально только вчера начала. Вот здесь я сейчас нахожусь, «Безумный корабль», «Волшебный корабль» прочитала в прошлом году.
друзья, в этом году я очень хотела как-то оформить цветами свою террасу, но вот у меня получилось себя выжить только вот это. Вот у нас очень жарко. Ну и вот все, что выросло. Вот такие вот очень красивые, нежные, черные фиалки. Они, конечно, не совсем черные, они слегка фиолетовым отливают, но выглядит это очень здорово. И вот скоро зацветет петуния. Даже что-то у меня из семян проросло. Ну, очень такое незначительное. На то, чтобы заниматься цветами, нужно, конечно, позитивная какая-то внутренняя энергия, которой у меня еще то, что недостаточно, как-то совсем нет. Ну вот, возвращаемся потихоньку к жизни. Очень красиво. Не получается, наверное, не получится. Маленький цветок, но такой он прям бархатный, как будто ночь. Друзья, ну что, вечер, за окном уже у нас темнеет, смеркается, я дошла до шитья. Осталось два шва, соединить пояс с юбкой. И полотнище с подкладом я уже соединила, у меня внезапно раскочегарился оверлок. Я думаю, что залог успеха его хорошей работы – это постоянная работа с этим агрегатом. Ну, короче, это как в сказке про лопату. Та лопата, которую копают, выглядит лучше, чем та, которая стоит в сарае. Вот я про что говорю. В общем, вот, все. Сейчас я уже пояс собрала. Он у меня уже, естественно, чем полотнище. Заколю булавками, распределю напряжение резинки равномерно по полотнищу и с лицевой стороны вот прям вот так вот. Вот так вот в край прошью и сделаю дублирующую строчку вот в конце темно-синей полоски. И все. Вот тут видно Венеция. Так вот в полу намеки. Очень классно смотрится. Мне нравится. Ну, старушка моя, молодец. Друзья, ну что, юбка готова. Значит, сейчас я ее буду переделывать, потому что я сделала слишком широкий пояс, его надо вот сантиметра на 4 убавить. А так все хорошо. Вот я вчера уже надевала юбку на улицу. Мне очень нравится, как она сидит, какой она получилась длины. Очень красиво смотрится этот голубой цвет. Ну, надо немножко убавить пояс. Это сделать несложно. Я сейчас вот отпорю тут два шва, убавлю ширину пояса и снова прострочу две строчки. Подклад, конечно, видно не сильно, что он там у меня с Венецией, но при ходьбе что-то там интересное мелькает. У меня есть еще одна ткань, которая занимает мои мысли, и сейчас, когда я закончу с юбкой, я займусь более серьезным обдумыванием, пока ничего не делаю. Друзья, вот эта ткань, это, наверное, знаете, какой-то тонкий хлопок, может быть, батист. Очень красивая купонная ткань с вышивкой, вот она вся такая.
с другой стороны тоже заканчивается вот такими фестонами. И вот у меня две мысли в моей голове кружатся. Либо сделать из нее красивую блузу, либо ночную сорочку. Не ругайтесь, я к таким вещам отношусь очень трепетно. Сон – это очень важная часть нашей жизни. И не стоит... Ну, надо и об этой одежде тоже думать. Спать вот в таких вещах – это одно удовольствие. У меня таких вещей не было ни разу. Каких-то таких вот приятных, натуральных сорочек для сна. Вот с такой вышивкой, да, пусть она машинная, но она очень классная. Ткань очень приятная. И блузу мне тоже хочется. Я сейчас подумаю, как бы мне лучше все это выкроить, чтобы и фестоны сохранить, может быть, сделать широкие рукава. Тут, в принципе, достаточно ткани. И присобрать их вот так вот у манжет. Ну, просто манжеты сделать, вырезать фестон. Чтобы он у руки был такой красивый, не знаю. Эта ткань у меня лет 10, наверное, уже лежит. Ой, какие-то на копейки стоило. Ну, по нынешним меркам тогда это уже дорого. Очень красивая. В общем, пойду я доделывать вот сюда свою работу. И обдумывать, что бы такого сделать из этой красоты. Друзья, небольшой апдейт, обновление по вот этой ткани. Хочу показать вам свою доску на Pinterest. Посмотрела, какие могут быть идеи, и выбрала вот такую вот блузу. Очень похожая ткань. Вот так вот давайте сделаем. Очень похожая ткань, и здесь видно, что часть... ткани развернута в продольном направлении, а часть в поперечном. Ну, вот выкроены вот так вот рукава. Я думаю, даже целиком, да. И выкроена отдельно деталь переда. Причем я не вижу, ну, в смысле переда, и, я думаю, полочка также. Причем я не вижу никаких ни выточек, ни защипов. Тут, видимо, грудь обеспечена только свободой облегания. Поэтому мне надо подумать о конструкции. Может быть, там летучую мышку сделать или ластовицу подкроить. Посмотрим. И совершенно простая, благородная отделка. Планка и невысокая стойка. Очень классная вещь. И главное, мне она подходит. Я подумаю об этом, как все это реализовать. Через пару недель у меня будет время этим всем заняться. Хочу вам показать еще вот такую блузу. Смотрите, какая прелесть. Она простая, только вот спинка у нее так сделана из шитья. Спинка причем длиннее, чем перед. Где-то у меня есть с другого она ракурса. Ой, да какая удобная штука этот Pinterest. Все под рукой. В общем, она дергала идей, вдохновения, всяких разных фотографий, и теперь бы найти время. У меня сейчас следующая неделя будет занята, я буду даже не дома, а потом вернусь и ой, и попробую что-нибудь с этим приятное сделать. Выходные прошли, я повязала жилет, жилетом у меня связано 55 сантиметров, а расчетная длина у меня 65 сантиметров, поэтому мне надо еще 10 сантиметров провязать, но это все вместе с плечевыми скосами и с углублением горловины. Напоминаю, что вяжу я спинку, половинку этой спинки, поэтому мне надо будет вверху сделать половину ростка со спины и скос плеча. Еще чуть-чуть повяжу, и уже я к этому приступлю. Вот такая красота. Друзья, еще хочу в конце ролика показать вам одну фотографию вдохновения. Настолько
настолько меня такие фотографии увлекают. Вот так, такие стилевые решения и такие цвета, что я даже готова закрыть глаза на то, что это не совсем носибельно. Ну, вот это вот очень даже носибельно. Смотрите, какая прелесть. Вот. Очень хочется уже осени, красивых теплых красок и шуршать листиками. И что-нибудь такое вот связать обязательно после жилета. Надо что-нибудь нам вот такое связать. На сегодня все. Друзья, до скорых встреч. Всех вас целую, обнимаю, поддерживаю. И надеюсь действительно на скорую встречу. До свидания.